Сегодня у нас очередная распаковка на канале, и заказывал, получается, наушники компании Xiaomi. Приступим. Так вот, больше ничего нет. Запакованы в такую пупырочку. Ну, сама коробка с наушниками сжата. Что такое? Внешний вид наушников вот такой. Капельки они. И сейчас посмотрим на их характеристики. Здесь можно посмотреть сопротивление, все дело. Это походу 32 Ома сопротивление, 5 милливольт, 3,5 это джек. Вот такие вот наушники. Изготовлены в 2017 году. То есть как бы свеженькие наушники, и будем их распаковывать. Вот наушники, и здесь такая маленькая инструкция, сейчас сфокусирую камеру, в которой написано совершенно ничего на нашем дружелюбном языке. И сейчас мы посмотрим еще, что здесь есть. А здесь есть вот эти капельки в уши. Распаковывать я их не буду, потому что нету такой цели. И посмотрим непосредственно на наушники. Наушники у нас металлические. И это ощутимо получается. То есть, как бы такие неплохие. Здесь у нас есть пульт управления наушниками, где можно отвечать. Ну и, соответственно, джек 3,5. Мы попытаемся их подключить. Это мои первые наушники, которые полностью металлические. Мне как бы приятно то, что мы наушники подключили. Появился значок гарнитуры. И сейчас переходим в настройки. Здесь в звуке, там где есть звуки вибрации, есть у нас должны быть наушники. Где же наш? Так. Наверное же в звуке они должны быть. Рингтон это не то, вибрация не то, виброотклик не то, звук при наборе номера не то. Может расширенных настроек. Наушники и звуковые эффекты. Вот. Улучшение звука ми. И выбираем наши наушники. Или обычные вкладыши. Или выбираем те, которые наши. Наши это, наверное, вот эти. Стандартная версия. Или вот эти. На какие более похожи. Подсветку сделаем. Ну, походу на такие. И попытаемся сейчас что-то проиграть. Например, звук. Рингтонов пока никаких нет. Ищет она.
Ну что я могу сказать? Наушники качественные. Качество звучания неплохое. Вот вы можете услышать. Ссылку на данные наушники скину внизу под видео. Поэтому заказывайте. Завтра будет 11.11. Распродажа. Можно будет их купить дешевле. А пока, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем отзывы. Всем пока. До скорых встреч на канале.